Дамы и господа, добро пожаловать в Ultimate Chicken Horse, где главная задача — это издеваться над вашими друзьями. Идеальная игра для того, чтобы проверить на прочность вашего друга. Добрый вечер, меня зовут МДЖ Рамон, и я счастлив вам представить скетч «Дружба». Ох, дружба. Что, я смотрю вверх и вниз? Я тебе отвечу. Мужская вот. Он приседает. Сегодня я, Рич Маквуд и Чуномов продолжаем издеваться друг над другом, и мы отправляемся на Руфтопс, чтобы проверить... По крышам. Чтобы проверить по крышам. Спасибо, Тюна. Всегда, пожалуйста. Тюна у нас противовес, а мы, Рич, с тобой будем создавать... Пожалуй, да, непроходимые, непреодолимые препятствия. Не-не-не. Вы вначале что-нибудь поставьте, чтобы мы хотя бы туда долетели. Не, не. Смотри, есть шанс. Да, шанс. Да. А если ты все-таки сорвался, да, то шанс будет где-то здесь. Вот. Ну, ты знаешь, что будет вначале. Нормалды! Иди сюда! Нет! Странный енот! О, Тюна! Тюна пошла! А? Нет! Нет! Ты была так близка! Ты победила! Нет. Ага. Давайте я все-таки дам вам всем шанс. Никто никому не даст ни единого. О, молодец. Красавчик! Мне кажется, что с Тюной нужно провести беседу. Разъяснительную работу. Разъяснить, да, что здесь на самом деле нужно делать. Хотя вроде бы. Блин, да что ж. А что вы построили, а? Вот мы своей жертвой. Да нормальную штуку мы построили, просто мы не умеем играть. Вот и все. Да, конечно. Отлично. Блин, я забыл, что она означает. У тебя память, как у золотой рыбки, ей-богу. Три года. Так, Рич пошел, Тюна пошла, у нас здесь как десант, знаете? Но... Теперь инструктор пошел. Инструктор, скажи, что делать дальше. Сейчас объясню. Выигрывать. Черт! Ты посмотри на это чудовище. Удачи. Подожди. Сейчас посмотрим. Ты что делаешь? А, ты наблюдаешь? Так. Мы не выбираем сложных, господи, простых путей, да? Нет, все-таки выбираем, да. Все-таки выбираем. Не-не-не, это уже читерство. Ну, да, согласен. Главное, я умерла. Ни один честный человек бы не воспользовался подобным способом. Ну, я же конь. Ну так, чтоб, знаешь, наверняка уже никто не воспользовался. Вот так. Вот так, да? Тюна, не упрощай, Да, я порчу себе жизнь. А, он опять был первым. Себе Черт. Же жизнь. Ну как ты испортила себе жизнь? Установи. Там же ж было очень просто все. Как? Заслужила. Лестницу взяли, молодцы. Давай, да, давай построим лестничку, чтобы было удобно туда попасть. Давай. Мне кажется, как вы считаете, есть ли шанс здесь выбраться? Конюшня. Не знаю. Конюшня. Мой ответ всегда конюшня. Друзья, нам нужно поговорить о чем-то очень серьезном и очень важном. Пожалуйста, подожди. Минутку внимания. Ну, я тебя слушаю. Нам нужно сделать прыжок веры. И очень мизерный способ все-таки шанс добраться на ту сторону. Это... Хорошо. Да, это путь веры. Вот то, что Тюна сделала. Хотя я не уверен, что это сработает. Тюна молодец. Вниз и вправо. Hold back to give up. Я Игогошечка. Подожди. Ну? А сколько у нас времени? Как ты это сделал? Мне нравится, как 30-летний мужик называет себя Игогошечкой сейчас. Вот. Это мило. Да, очень мило. И очень... По-взрослому. Ты сможешь.
Действуй. Как? Умереть? Быстрее. Ты сможешь. Да я не знаю, что ты что-нибудь сделай. Если ничего не делать, то ничего и не сделается. Вот. А я думаю... Я сделал. Чёрт. Окей. Это как прокукарешка. Почти. Я думал... Да ты посмотри. Я надеялся, что я проскользну вот там, в тот проем. Проем вот тот проскользну. Ай-яй-яй. Да что? У меня прыжок не сработал. Да, сейчас есть возможность. Нет! Как да! Превосходная игра! Как бы исправить ситуацию? Ну, супер! Идеально! Тюна, прекрасное решение! Я знаю! Я великолепна! Да. А я могу тебя толкать? У меня прыжок не сработал! Нет! Тюна, ну я пошел. Твою дивизию! Черт! Оба стоп! Отличный ужин. И умерли они в один день. Не надо, Тюна! Не взрывай! Взорви ящик. Не взрывай, зачем? Можешь маленький ящик. Зачем? Маленький, не надо! Зачем? Зачем ты? Нет, небольшой! Это как... Блин, это как террорист какой-то! Не взрывай! Не взрывай! Чего ты добиваешься? Каких свобод на этот раз да, ты хочешь? Да что такое? Я в следующий раз я даю и вам шанс. И как на этот раз? Не знаю, Рич поставил тут этот... штук. Видимо, легко. Да, что очень легко. Нет! Тюн, у тебя 10 секунд на реагирование. 10. Тюн, ты должна заработать очки. 8. Очки. 7. Ну, у тебя было еще 7 секунд. Да хватит мне тут условия ставить! Ты енот. С террористами переговоров не ведем, все. Ладно. Это невозможно пройти, невозможно! Подожди, ну можно постоять, подумать, потом прыгнуть и умереть. Я вот молча слежу за тобой, да что ты рассчитываешь в данный момент? Ну, как и ты проскочил щелочку? Какую щелочку? Какую щелочку? Там щелочка была в 3 раза больше, чем эта щелочка. О, еще портал. Слушай, ну это уже читерство будет. Да. Тюна нет. Тюна, это же слишком просто, ну ё-моё. Нет, не трогай. Зачем? Зачем? Чем он тебе мешает? Это супервещь. Вот она может взрывать. Это нормально, да, все. Главное, что там взорвать, да применить все-таки. Не зря же тебе обещали 40 девственников-то. Ого, смотри какая. Ого, смотри какой. Да, молодец. Ты последовательно портал за порталом ставил. Ты видишь, да? Ты видишь этот путь. Ты видишь его. Слева вот это вот. Да, она. Давай, дальше. Еще один раз. Это, нет, с другого лева. Там невозможно прыгнуть. Я сейчас докажу тебе. Смотри, следи за мной. Давай. Идеально, идеально. Я люблю портальчики. Ну давай. Давай. Что разве? Да, да. На этот раз я стал выше, чем раньше, так что это победа. Это достойная жизнь для курицы. You are the ultimate chicken! Ае. Петух выиграл. Спасибо. Добро пожаловать в земли обетованные. Земли, где царит творчество. Креатив режим, друзья, на новой локации сегодня у нас. Итак, мы с вами сегодня будем устраивать... старт здесь. Ага. Колесо. Теперь нужно себе помочь. Колесо обозри. Смотри, я делаю вот водяную мельницу. Во. Оборзение колесо. Отлично. Всем добра и позитива, как сказал бы Симонов. Я забыл разогнаться. Разрывая для себя футболку. А я обратно в пещеру. Какую бы дрянь сотворить, да? Ну ой, мы ж все это любим. Быстрей! Это надо делать быстро.
чё? А, он никогда не попадает? Подожди, а ну. Подожди, подожди. Простреливай, да, иногда простреливает, хорошо. Это случайно, дикая. Тут вроде все честно, да? Нормально, да, тут все честно. Прикольный рандом. Это можно. Вот это карма. Это было жестоко. Вот это карма вообще. Ну давай, вещай. Потрясающе. Мне так нравится. Кажется, что вроде бы как недостаточно, да, вот тут всяких... Тюна, нет. Тюна, не ломай нам кайф. Не ломай кайф. Не ломай... Не вздумай. Не ломай кайф. Не ломай кайф. Я тебя выгоню скоро совсем из этой игры. Хватит упрощать все. Я не упрощаю, Ты упрощаешь. Ты упрощаешь. Как это называется? Ты уничтожаешь препятствия. Как это называть? Усложняю? Вот я точно не упрощаю сейчас. И еще одна дикая попытка. Блин, мы слишком круты для самих себя. Мы строим такие уровни, которые сами же пройти не можем. Тюна, ты опять уничтожаешься? Ты будешь весь уровень здесь взрывать, что ли? Да. Я буду сейчас в бешенстве вообще. Ты это ставила? Нет. Чертовы террористы, ненавижу вас. Вот эти... Блин. О, смотри, у тебя есть все шансы. Все шансы, давай. Вау, шеееет! Это было близко. Набило его. Да это неплохо было, чего? Лучше, чем вы. Блин, с этой стороны шайба, с той стороны... С той стороны штука, бля. Вау! Ребят, мне не нравится все это. Я... Хватит! Ты возьмешь бомбы, я понял. Не, бомбы я точно брать не буду. У меня принцип. Шахидом. У меня принцип, я ничего не взрываю. Но. Значит, я могу. Нет, у тебя тоже принцип. У меня принцип, ты ничего не взрываешь. Вот, еще один. Как бы нам сделать еще хуже? Как бы сделать хуже, но сделать так, чтобы прохождение было все-таки реальным. Это невозможно. Это на втором шаге прекратилось. Допустим, я вот так сделал. Да, ну, не, ну, это ну, да, нормальный компромисс. Ну, да, поддержка. Ай, ты ёпт. Кто там? Ты сказал, я умираю, говорил мне, про что я трупик. По крайней мере, ты был трупиком раньше, чем я. Это меня... Не. Ну да, если ставить на месте, то, конечно, может быть... Ну да, опять от маски Рича, опять бла-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 
аргументы начинают утончаться. Да, так же, как и у тебя. Твою? Нет! О, да! Слушай, подожди, рулетка. О, пропуск проскочил. Подожди, я просто проверяю. На этот раз, да, три подряд. Четыре подряд. Ну, посмотри, что вообще. Даник. Пять. Давай уже прыгай. Шесть. Мне ему нравится. Он думает, что он внутри ее выиграл. Семь. Кстати, по-моему, в тебя что-то бьется, а ты, короче, вообще... Восемь. Не-не-не-не, у меня все, синхронизация нормальная. Девять. У тебя остальное... Я такой живучий. 10! Да! Ребят, ну вот это вообще, что это? Это сам поставил! Что это вообще? Что значит сам поставил? Вот это все вокруг я один поставил? Я там ничего не ставила! Да, ты взрывала, мы в курсе. Sudden Death, кто первее, тот и выиграл. 50 секунд! О, как ты ставил на эту штуку? А, ты не ставил на эту штуку, понятно. Я думаю, что кто дальше окажется, тот выиграл. Нет, черт возьми, черная дыра, почему ты такая жестокая? Почему ты такая черная? Или как? Ничья. Отвратительная карта. Рамон, ты потрясающе выглядишь. Та-та-та, та-та-та. Ага. Мы открыли белку, я белка. Белка. Что, блин? Друзья, хочу сказать пару слов. Сегодня мы
с вами поиграли в игру, которая, казалось бы, должна была нас разобщить. Которая, казалось бы, должна навсегда нас поссорить. Были моменты, когда я кричал на Тюну из-за ее бомб. Были моменты, когда ребята кричали на меня из-за того, что я был слишком злым гением. Но в итоге мы все равно здесь, вместе с вами. И это прекрасно. Ты должна ответить мне тем же. Что? Было страшно. Я тут душу открыл. Было страшно. Рич. Рич, ну хотя бы ты меня понимаешь. Неловко как-то. Мы добились высоких высот, особенно в последней карте, в которой мы добились абсолютно ничего. Но главное, что к нам пришла белочка. Да, мы сплотились, и к нам пришла белка. Отлично, я рад. Добро пожаловать сюда, блондинка блондинистая. Я не блондинка, я просто очень старая. Не-не-не-не, да. Похоже, ты на очень старую блондинку. Это комплимент? На очень старую блондинку. Это везение для блондинки, да. А, короче, к черту комплименты. Орехи есть вообще у кого? Дайте орехов, блин. А орехов есть? Если за время просмотра вы почувствовали что-то теплое, особенно когда все умирают один за другим, и вы такие... Пожалуйста. Мы здесь для этого. Семейный канал Крафт-шоу. Очень семейный. Все будет, игогошеньки. Тюн, там что-то упало, подними. Иди на мой. Дурак. Пока-пока, удачи всем. Меня зовут М.Дж. Рамон. Которому пришла белка. Она вернулась скорее, чем пришла. И мы здесь закончили. Пока.